Для того, чтобы начать разговор об этой выставке, нужно сначала, наверное, сказать несколько слов, как начиналось все это дело. В 96 году я защитился своей дипломной картиной под названием «Калка». В то время, конечно же, это в годы становления той демократической, капиталистической России, в которой мы сейчас живем, без определенных каких-то представлений национальной идеи, не было места и у меня каких-то мыслей о том, что я бы хотел, как бы я хотел послужить своим искусством, которого в сущности тогда еще и вовсе не было. Была всего лишь одна картина «Калка». Многие мои коллеги, я в том числе, были в то время очень растеряны. Положение в стране было самим всем известно какое. Внутренняя неуверенность, шаткость, неопределенность, дефолты, войны. И все это, наверное, уже тогда, все эти вот перипетии, что же будет с Отечеством, что будет с семьей, что будет со мной, зачем существует вообще Россия, почему так получилось, что страна с укладом многовековым своей жизни, с колоссальной, богатой историей, которая шла от, перенося какие-то свои собственные, от одного князя к другому, какие-то устои, представления о добре и зле. Страна, которая породила, да, из своих недр таких действительно титанов духа, как преподобный Сергий, преподобный Серафим. Банально говорить о Троице Рублёва, но действительно это так. Такого шедевра нет в других странах и быть не может. Каким образом так получилось, что именно Россия в 90-е годы окунулась в те глубины бездуховности, мрака, стала разваливаться у всех на глазах? Вот именно в эти годы я пытался, как и очень многие, найти себя, не потерять себя, быть в ладу своей совестью, своей душой и попытаться как-то все-таки для самого себя ответить на вопрос, куда же, собственно, иду я, идут мои близкие. И поэтому я взялся за написание этих картин постепенно. Для меня это было, в общем, отдушина, потому что я не думал ни о какой продаже этих картин, не думал ни о каком выставлении этих картин. Я просто их писал. Писал, можно сказать так, что в стол. Встречи с людьми, которые мне помогали от года к году, давали мне возможность уже мечтать о выставке. И в 2003 году была моя первая персональная выставка, большая, в здании Центрального дома художников. Тогда, естественно, я задавал себе главный вопрос, нужен ли то, что я делаю. Ну, я попытался выставить все картины, тогда это было где-то около 15 или 20 картин. Под картинами я подразумеваю, естественно, не пейзаж маленького формата, не этюд, не портрет, не набросок. Это именно действие на холсте, где понятно, что происходит, происходило и произойдет. То есть такое вот во времени, в пространстве развивающееся событие. Я выбрал жанр исторической живописи, потому что только история позволяет действительно глубоко и серьезно проанализировать настоящее, взглянуть в будущее. Почему бы нам не иметь точку опоры в своей истории? Почему бы нам не заглянуть вглубь веков и не обратить внимания на Александра Невского, не побывать на Куликовом поле? Живопись — это все равно абстрактный образ. Ты выставляешь знак на холсте, а зритель додумывает этот знак, он доводит его до какого-то внутреннего, своего собственного конца, и это становится его картиной, по сути дела. Он уже соавтор. Зритель, он соавтор вместе с художником. Поэтому я и не только взялся, но и живу, и до сих пор, я думаю, что всю жизнь оставшуюся проживу, занимаясь этим ремеслом, этим жанром, исторической живопись. Ну, известно всем, что первооткрывателем был Шварц, по сути дела, этого жанра в нашей стране.
его выезды царей на Богомолье. Далее это Великий Суриков, Нестеров, Васнецов. И в советские годы именно жанр исторической живописи, он умер. Потребовались усилия колоссальные, чтобы переломить внутренний вот этот вот уже нарост советского мышления и начать попытаться мыслить, как мыслил человек дореволюционной эпохи. Ну, прежде всего, такой титан, атлант, да, это на плечах которого держится все это Сурик. Все русское, по сути дела, реалистическое искусство. Это человек колоссального дарования, который рассматривал не отдельно взятые какие-то кусочки из истории, а эпохи. Он мыслил эпохами. Эпоха столкновения Запада и Востока, православия и католицизма, старообрядчество как хранителя устоев национальных и в какой-то степени обновленчество на тот период, это никонианство. И вот и на сломах этих тектонических, исторических вот сломах он ставил своих героев. Боярину Морозову, Рыжебородого Стрельца и так далее. Вот этот ход, он верен. Также я просто пытаюсь сделать абсолютно как и он. Я ставлю героя своей картины в экстремальную ситуацию. Ситуацию где выбора, когда он выбирает внутри себя, какой сделать шаг, в какую сторону. В сторону Бога внутри себя или предательство самого себя и предательство Бога. Почему я делаю это? Почему еще этих персонажей на холсте? По той же самой причине. Я сам шаток, неустойчив. И чтобы устоять, я ищу в истории ответы. И нахожу их. У нас очень много таких героев. В итоге появляется та самая экспозиция постепенно, с годами, да, на которой мы сейчас находимся. Из зала в зал переходя, можно из одной эпохи переходить в другую. Но везде красной линией, да, красной нитью, можно так сказать, основным камертоном проходит именно судьба человека в момент переломный, внутренний переломный в своей жизни. Зритель современный, приходящий на мою выставку, он что-то ждет другое. Уже мышление и сам настрой человека невольно стал ориентироваться на развлечения, так или иначе. Ему здесь приходится столкнуться не только не с развлечением, но с тяжелой и трудной работой с самим собой. И многих это напрягает, отталкивает. Они говорят, картины мрачны, много крови, смерть. Если взглянуть при этом как бы без страстно, то крови, в общем-то, нет. А смерть – это то, от чего упорно отталкивается современный человек 20-21 века. Мысль о ней даже, но мысль о смерти – помни конец, день свой последний и не согрешишь. Это стержень жизни средневекового человека, как русского, так и любого западноевропейского. Вот это средневековое мышление, правильное с моей точки зрения, вот этот вот настрой средневековый, который царит в этих залах, он, наверное, кого-то оттолкнет, но если уж притянет, то, наверное, надолго. И поэтому очень многие люди, которые приходят на мою выставку, они и еще раз возвращаются. И это дело не в живописи, конечно, не в искусстве. Я прекрасно осознаю, что ни в какое сравнение, как мастер, по таланту, по своему дарованию, я не могу сравниться с Великим Суриковым или Нестеровым. И даже не пытаюсь стать в один ряд с ними. Это всегда учителя. Но я изначально, еще раз повторю, моя задача была не создать, не показать действительно то, что я показать не могу, шедевр. Моя задача создать в залах ту атмосферу, в которую придет человек, и вот здесь окажется в некоем другом пространстве совершенно.
Ну что говорить, что грех? Мы именно люди 21 века. Люди телевизора, люди бесконечных стрессов, обманов, катаклизмов, взрывов, пожаров, жары чудовищные и смещение полюсов не только на планете, на самой физических, но и полюсов нравственных. И вот то, что я перечислил, это всего лишь те части, составные жизни человека, которые нельзя замалчивать. И я их знаю. И человек, он приходит в эти залы. Здесь тихо. И тихо не только в плане того, что звуков практически нет, но здесь действительно довольно тихо внутренне, потому что здесь напряжение выбора на холстах. Человек, когда выбирает, он чаще всего безмолвствует. Невольный зритель начинает что-то выбирать. Невольно. Вольно или невольно? В основном невольно. После написания уже десятка картин, я подумал, что нужно действительно попытаться охватить всю историю. Потому что она вся, собственно, как история человека, она не может быть выборочной. Она как алфавит, от буквы А до буквы Е. Первый зал – это, скажем, раннее средневековье. Для чего написаны картины в этом зале? Русский человек средневековый, русский царь, русский воин, вообще иной. Не только внешний, но и внутренний. Это человек, выросший на псалтыре с младенчества. Это человек, выросший на понятие долг, честь. Человек, выросший на физической боли. Привыкший к седлу. Человек, который не боится крови. У которого четкое представление о добре и зле, о вечности. Ясный, цельный. То есть, по сути дела, это человек, средневековый русский воин, князь, государь, который в совокупе своем, да, и составлял Святую Русь. Вот этот град Китиж, который утонул, мы только о нем можем догадываться, что он где-то есть. И наш ум, наш дух, он может только догадываться, и никакие учебники истории, они не в состоянии приоткрыть то, что было. И я всего лишь делаю в этом зале попытку представить себе, духовно прежде всего, представить себе, каков был этот человек, для чего, чтобы когда человек заходит, еще раз подчеркну, выходит из машины или из метро, опутанный цепями ерунды, висящей на нем, вот он, чтобы столкнулся с этой цельной, мощной личностью, поэтому Александр Невский, поэтому преподобные Сергий, поэтому Пересвет. И я беру лаконичные пятна, без жестов лишних, без каких-то эмоциональных кривляний. И вот он, человек, приходит, он погружается в атмосферу этого зала. Это его вход в историю, но в историю не какого-то государства исчезнувшего, а я бы хотел, чтобы в историю его самого, как в историю его семьи, его лично. И дальше он уже переходит в другие залы и идет уже к революции, гражданской войне и выходит из залов. То есть он проходит как по такому какому-то духовному фотоальбому своей собственной семьи, а не истории России, истории государства российского, вот эти пафосные слова, за которыми ведь ничего нет. Это вот факты, перетергиваемые и так далее. Я не исторический живописец в том плане, как сейчас принято считать. Я пытаюсь воссоздать в самом себе тот дух, в котором жили те люди. Выразить его на холсте и выставить это как исповедь. Не поделиться своими высотами духовными, упаси Боже, у меня их нет, а выставить как исповедь собственную, искреннюю исповедь на холстах перед зрителем. Зритель – русский человек. А душа христианка, он не может не откликнуться на эту искренность, и у него происходит внутренняя работа. И вот основная моя задача. В 2000 году я подошел к теме русской царской власти.
Нельзя писать о Руси, о русской истории, именовать, как-то пройти мимо этой огромной темы, темы власти на Руси, потому что власть в семье, власть в храме, власть всюду присутствует. Вот это понимание того, откуда она, источник этой власти, почему при власти, как сейчас говорят, диктаторской, да, тем не менее в сжатых, стесненных условиях расцветает цветок под названием Русь. А когда власть вот эта диктаторская, как принято считать, царская власть, когда она отбирается, плодоношение прекращается, все растут в разные стороны. Как так выходит? Ведь, казалось бы, свобода. И тоже очень интересный, кстати, момент. И я слышал от талантливых людей очень из мира кинематографического, когда был диктат, когда была цензура на телевидении у нас, да, в кинематографе, тогда-то и снимались главные шедевры. Андрей Рублев снимался, «Судьба человека» снимался, Бондарчук снял «Войну и мир» и так далее. Сейчас, пожалуйста, делайте что угодно. И великого уже нет. И вот это стеснение внутреннее, да, нашего народа, невозможность делать все, что захочешь, даже передвигаться. Подчас рассматривание даже крепостного права только с негативом. Мы привыкли мыслить такими штампами определенными. Но мы не знаем, как мыслили люди в ту эпоху. Мы не представляем. Для нас все равно критерием ценности является либо стихотворение, написанное Некрасовым той эпохи, да, допустим, но это далеко не 17 век, мы не имеем точных сведений, либо вообще историками, интеллигентами, которые мыслили по западным образцам. Это и Костомаров во многом, и Ключевский, естественно. Поэтому, опять же, попытка понять исходит из каких-то духовных, душевных составляющих. Это нельзя прочитать, вычитать, это только можно уловить духом. Царь Алексей Михайлович Тишайший, отец Петра I, последний из государей, на котором заканчивается так называемая эпоха средневековой, допетровской, староукладной русской жизни. Петр пошел по другому пути. Он не стал совмещать уклад Древней Руси, уклад русский, и брать лучшее у Запада. Это всем нам известно. И привело это к страшным катаклизмам на Руси. К страшным. И моя задача была не написать парсунный портрет Алексея Михайловича Тишайшего. Это не портрет. Это, знаете что, это скорее попытка сделать какой-то вот такой образ, не на который смотрит зритель, взирает зритель, а наоборот, он взирает на зрителя. Чтобы современный человек, пришедший на выставку, не имеющий возможности в реальной жизни столкнуться с твердой и ясной позицией чьей-то. Везде все размыто, все на нюансах. Какое-то тенетолкайство. То решение принято, то отменено. Вот чтобы он столкнулся с этой твердостью и одновременно любовью отеческой, здесь, на выставке, у картины Алексея Михайловича Тишайшего. В его имени, в его прозвище, да, который дал народ, уже заключен во многом ответ. Тишайший. Мы имеем такое название у океана, Тихий. Но это океан. Вот так же и царская власть, с моей точки зрения. Это океан. И вот очень это важно для меня, как для автора этой картины и иных, что зрители всегда отмечают именно эту картину. И через нее во многом смотрят на остальные. И она как-то не потому, что она лучше написана, или хуже, или какие-то эффекты, или никаких эффектов. Это действительно в какой-то степени портрет. Моя задача – не потешить интеллигентную публику. Во-первых, я не знаю, есть ли она еще. А просто вот русский человек, чтобы пришел
и понял, что по-другому все. И не то, что было, а и есть. Власть – это тот отблеск любви Христовой, который ничего не узурпирует. И на самом-то деле царская власть, она сродни власти евангельской над душой человека. Здесь, в этом зале, еще помимо Алексея Михайловича, будет столкновение зрителя с Малютой Скуратовым. С Иоанном Васильевичем Грозным, со смутным временем. Это отдельная тема. О ней говорить можно просто бесконечно. О первом помазаннике Божьем, который собрал собор. О человеке, при котором Россия увеличилась чуть ли не в 5-6 раз. Который отстоял ее веру, защитив от Ливонского ордена. Который разбил крымского хана опричным войском в битве при Молодях, о которой обычно не говорят, который заложил основы государственности не только лишь встав на престол царский, на стол царский, но и заложив вот эти приказы, будущее министерство. Это все Грозный. Опричнина. Отделение особой части государства какую-то отдельную часть, особую часть, которая не за страх, а за совесть, за идею. Это, по сути дела, какое-то элита-элит, это гвардия. И гвардия далеко не только физическая, как войско, да, но и, прежде всего, духовная гвардия, которая сознательно служит идее. Об этом зритель должен уже думать сам. Моя задача — только подтолкнуть его. И главное, еще вот какой момент. Я бы хотел, чтобы в этих залах люди перестали на какой-то момент заниматься осуждением. Вот эта страсть, она тяжелая, страшная, давящая на страсть, осуждение, ну, мы страдаем ею. Это сейчас прививается. Сплетня, жареный факт, осуждение, скоропалительный вывод. И это все накладывается на то, да, на тех, кого я изображаю. И поэтому-то как раз вот я и пишу, вот, скажем, Иван Васильевич Грозный. Тот образ, который я попытался создать, он совершенно не вызывает человека, да, какого-то, какой-то попытки, да, сделать о нем какое-то вот даже конкретно как о личности сужденчик. Изображен Иван Васильевич после службы, Троица. Он сидит и размышляет о самом себе, о государстве, которым он, которое он, по сути дела, создал. И невольно зритель начинает тоже рассуждать о самом себе. Опять же, одна из тех задач, которые я преследую, и она не в области, опять же, искусства. Искусство – это ступень к храму. Мы сейчас находимся уже в зале русского апокалипсиса, можно так сказать. Когда человек теряет гармонию с самим собой, любой человек, он это ощущает. Вот он не в ладу с собой, так иногда говорят. Что это на самом деле такое? У каждого человека огромные дары Божии, это известно, неталантливых людей нет. И вот наш талантливый народ, гениально одаренный народ, даже в самых жутких условиях всегда являл образцы не только какой-то изощренности, скажем, вот как вот кашу из топора сварить, да, но и прежде всего мудрости. Известны примеры, прежде всего, жалости, сострадания русского народа. Это и есть сердцевина его, благодарность. Русский народ всегда был не только хлебосолен, но и совершенно удивительные примеры есть из древнейшей истории нашего народа, когда еще греки и римляне описывали, что славянин
он обязан был просто по тем установкам, принятым в том обществе, еще языческом, принять даже врага пленного как друга. Не было рабства у славян. Брали в плен, и пленный становился через какое-то время членом семьи практически, а дальше и уходить не хотел уже из этой семьи часто. Вот это и есть как бы душа народа, которая потом породила ту власть, которая была дарована ему и которая руководила им, власть царскую, которая породила удивительную культуру, иконописную, певческую, сказки, доблесть воинскую. Ливонцы не могли взять ни одну крепость. Уже подчас во времена русско-ливонской войны при Иване Васильевиче Грозном уже не оставалось у защитников ничего. Мышей съедали, и тем не менее не сдавали крепость. То есть русскому очень важно было где-то окопаться, и он крепко сидел на уверенной ему территории. Это известные факты. Он был неудержим в атаке, он давал последнее. И вот все это в одночасье, в один момент, за один месяц народ как бы теряет. Он не то чтобы убивает, ну, пускает убийство Николая Александровича с семьей, со своей, со святой. И я в этом зале пытаюсь понять неистойки, вот лишь, почему произошла революция, и что есть революция прежде всего. И как ее нам вот в самих себя лечить-то? Вот что делать, чтобы она прекратилась, чтобы вот, вот это противостояние, деление, осуждение прежде всего, да, выяснение, у кого больше, у кого крупнее дом, там, это, кто больше награбил, это что любят люди наши сейчас, чтобы это прекратить в самом себе, а заглянуть внутрь себя. Вот для этого и я взялся за эту тяжелейшую тему революции и гражданской войны. Углубляясь в нее, я понял, конечно же, прежде всего то, что с этого пути сошли действительно, как сказал Николай Александрович, везде измена и трусость, и обман. Это было и в армии, героической армии. В 15-м году государь Николай Александрович издал приказ по гвардии гнуться под пулями. Такого приказа не знает история ни одной армии мира. Это та же самая армия, которая в 17 году, в феврале, поголовно, если можно так сказать, подушно присягнула незнакомому ей и никому до сих пор незнакомому временному правительству. Вот эта временность, нестабильность, какая-то неуверенность, она длится, к сожалению, внутренне в нас до сих пор. И не разобравшись сами с собой, мы и будем временным правительством сами себе. Мы и будем свою жизнь без царя в голове вести. И опять же, в этом зале я не даю никаких подсказок. Я просто предлагаю об этом подумать. Здесь есть и кающийся священник на картине «Зонтик», который видит, к чему привело его непротивленчество, когда он не встал на амвоне и во всеуслышание не предложил встать на колени и покаяться перед Богом за грехи, а стал возглашать многолетие временному правительству, которое дружно потом уехало в Париж, в Америку, оставив Россию большевиками. Здесь и конвой, прощание с конвоем в триптихе «Царская Голгофа». Дело не в том, что воины были отборные, казаки, а дело в другом. Дело в том, что это были люди, судьбы которых, семьи которых и даже имена их жен и детей лично знал Николай II. И дарил многим казакам, их женам, отрезы сукна, шелка, игрушки своих детей, детям казаков. Носочки вязала Александра Федоровна для них, для этих казаков, которые отправлялись на фронт. То есть был личный контакт. Это была
действительно семья. Произошло не просто предательство воинской части, это было предательство действительно самих себя. Это отцеубийство. Это хамов грех. Это то, что описано в Ветхом Завете. Последствия хамова греха – это разделение на хамитов, семитов и арийцев. Кто мы? Вот из этой прекрасной троицы. Хамиты, семиты или арийцы – решать только самим зрителям. Внутренне. Не так, как фюрер рассуждал с линейкой и специальным каким-то циркулем, меряя череп, а внутренне. Кто мы? И чтобы ответить на этот вопрос, жизни порой не хватает. Потому что все у нас намешано. Но уже ставить этот вопрос – это уже подвиг для человека. И вот здесь еще триптих, который называется «Покаяние». На триптихе «Покаяние красноармеец» – это судьба. Вот человек, сначала он красноармеец. Потом он вдруг это понимает, что он бессмысленно и беспощадно разрушил все в своей жизни. Собственную веру, честь, присягу, долг. Он вернулся после гражданской войны в свое село, а жена уже его не дождалась. И он пришел уже на могилу ее, а не цветущий дом. Сироты, дети. И он берет в руки свою свечку. Первый раз за долгие годы. И это уже не командарм, не комдив. Это уже действительно русский человек. И в конечном итоге, неизвестно как, но додумать можно, приходит он в монастырь. И уже глубоких преклонных лет. И прошел он огромный путь. И он взирает на эту свою жизнь уже очами веры. Он уже взирает на нее, как на муравейник. Поэтому третья часть называется «Тот триптих муравейник». Это для того написано мною, чтобы я сам себе эти вопросы поставил. Но вышло так, естественно, что и зритель, придя на выставку, себя поставляет на место подсудимого, по сути дела, вот этого красноармейца. В этом зале есть картина «Дворник». И главный вопрос, который задают мне, почему такая рама на нем? Почему рама золотая, почему дугловый орел над ней? Обычно такие рамы, в такие рамы одевались портреты императоров и где-то устанавливали в здании суда, предположим, Государственные думы в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге и так далее. Потому что, несмотря на то, дворник-то изображен, как это революция, он метет, а выметает землю, листья, осенний опавший, прекрасный день, последнее тепло, чудно. Господа уже из-за стола убежали. Где господа? Все господа в Париже, а он метет. То есть на самом деле власть, вот эта, о которой мы говорим, царская, носитель ее народ. Прежде всего, и носитель, и выразитель, и в конечном итоге он ее или обретет вновь, потому что она естественна, она, ну, предельно из природы вещей вытекает, как сказано было одним французским философом, нравственность в природе вещей. Вот то же самое и власть царская в природе вещей. Отвечает за поступки тела голова. А голова связана с душой. Голова – это царь. Церковь – это душа. А устройство общества – слепок с устройства человека. Когда нету царя, нет главы. И вот этот дворник, он, по сути дела, является носителем вот этой вот дуглавого орла. Вот он восседает на этой раме. Вот этой монархической не идеи, политической какой-то, да? А идеи той нравственной власти, тихой, христианской, мощной, без которой
невозможно нормально развиваться русскому. Именно русскому, про другие народы не могу ничего сказать. Русскому народу. Потому что наш народ богоносец. Он несет на себе иго Христова. Он является хранителем и носителем евангельских ценностей. Ему даровано хранить православие. Это действительно бастион. Это дарохранительница. Русский народ. И о нем, и этому народу посвящена картина Дворни. Поэтому рама такая. Это как бы это сказать... Это акафист ему, нашему народу. Это выражение любви к нему моей. Это попытка дотянуться до лучших представителей этого народа. Именно русского народа. Не россиянина абстрактного, а русского народа. Причем не в национальном смысле, потому что наш народ русский многонационален. Это Россия вообще плавильный котел всех народов. А прежде всего вот этого человека, который как столб, основная подпорка в здании. В последнем зале этой выставки, самом таком гулком зале, как раз была попытка воссоздать гражданскую войну, но не в том именно понимании, как во многом принято. Здесь нет сражений, не льется братская кровь. Вот. А здесь столкновение разных полюсов, пониманий добра и зла. И попытка выйти из этого столкновения победителем духа, прежде всего. Здесь есть картины разные, на первый взгляд, монашество, офицерство, красные, белые, но все они части единого целого. Картина «Русский век», триптих, центральная ее часть. Торжества, посвященные Бородинской все-таки победе, сейчас это оспаривается, но все-таки победе. На деньги, собранные кружку солдатами Русской гвардии, были поставлены памятники, которые мы сейчас видим, в 1913 году при государе Николае Александровиче Романове. Торжества посвящены именно открытию памятников. Этот момент-то я и взял за основу этого триптиха. Фотография на память, на вечную память. Фотография русской семьи с отцом, государем в середине, в сердцевине. И каждый изображенный, и этот струй уходит куда-то за горизонт, в туман. И, в общем-то, до нас доходит, как бы, этот строй, и мы в нем тоже стоим, это единая семья. Один народ с государем во главе, потом это распадается. Вот этот вот фотоаппарат черный, как пулемет уже расстрельный, уже выставлен как образ, как нечто страшное. Какой-то черный квадрат Малевича впервые появился. Двигающееся нечто, абстрактное, мрачное, как бездна. О каждой картине я бы мог говорить долго. Каждая картина давалась мне с трудом, как любая, но здесь в особенности, потому что сама тема невероятно сложна. Во-первых, она заезжена, замусолена и замылена до невероятия. Суть этого замусоливания – деление на красных и белых все равно. Раньше красные были хорошими, теперь выясняется, белые хорошие, красные плохие. Потом выяснится, троцкисты ужасные, утописты. Левые эсеры покушали на Ленина, враги коммунизма и прочего. Потом и понеслось, и это бесконечно продолжается. Я стараюсь не делить. Белогвардейский офицер все-таки считает себя, прежде всего, русским офицером.
И он не хоронит царские погоны свои, то есть свою честь, а зарывает под кустом сирени с надеждой его по вот этому знаку, этому кусту, когда-нибудь их отрыть. Конечно же, он их еще не отрыл. Но ведь где-то они лежат и ждут своего часа. То есть будущее у этих погон есть. Будущее в России есть. Пасха в Париже. Собрались, потеряв свою русскую землю, русские люди, русские казаки, офицеры, рядовые, в коптерке завода «Рено». И они празднуют там Пасху. Батюшка кадит. И вот они обрели свою родину на территории этой маленькой коптерки. Там Россия. Вокруг мрак. Вот эти вот заводские цепи, крюки, колеса, как какой-то ад. Какая-то тюрьма. То есть то, куда попал русский человек после революции. В неволю. Но и в этой неволе он свободен сделать свой нравственный выбор. И, может быть, даже обрести то, что он не ценил, когда вот эта единая семья была в сборе с живым государем, когда был малиновый звон, который мы сейчас в песнях слышим, лишь когда был единый и неделимый русский народ и государство российское, Российская империя. И каждый на этих картинах по-своему находит выход. Один, вот как «Русский век», офицер взрывает погоны, чтобы их отрыть. На картине «Новая жизнь» Афон Исаул, прошедший гражданскую войну всю, а до этого великую войну с немцами, он продолжает уже свое служение воинское как монах. Он, и таких очень много примеров на Афоне. Туда пришло очень много русских офицеров, казаков. И они не перестали быть офицерами там, одев облачение. А может быть, только и стали-то там по-настоящему воинами. Потому что брань духовная не с плотью и кровью, а с духами злобы поднебесной. Это высшее призвание христианина, истинное призвание христианина. И не всякий на это призвание способен подняться. Но это выход. И этот выход многие обрели. И вот последний мой триптих – это реквиум. Это реквиум по русскому народу. Тому русскому народу, смерть которого произошла в 1917 году. Но ведь действительно за смертью может последовать и воскресение. Спаситель наш, Господь наш Иисус Христос, даровал нам знание этого. И вот героев я как бы вот опять же поставляю. Двух братьев. Сначала они пишут письма маме, и старый слуга, как Фирс такой, он читает, и он даже не понимает, что читает. Улавливает мать, улавливает нюансы, разницу тона этих писем. Они на одной войне, они офицеры еще одной армии, они еще вместе как бы под внешним единым и командованием, и как бы заодно воюют, и так далее. Но мать, как Россия, как образ этой России, она улавливает уже нечто, эту разницу. И на лице ее поэтому выражение и муки, и страдания, и любви, и молитвы в левой части триптиха. А вот уже в центре они вернулись с войны уже совершенно разными людьми, врагами, непримиримыми. И, не сговариваясь, приехали так в один день, тем не менее благословляться у матери на войну друг с другом. И вот я сделал попытку это дело осмыслить с этого ракурса, с евангельского. Никто не благословлен. Ни белый, ни красный. Никакого благословения на белом движении, как показала практика, как показала история, не было. Если бы оно было, то,
кадровое офицерство, составляющее большую часть, ну, огромный процент белой армии, хоть она была и маленькая, стало бы ядром, за которым пошло крестьянство, рабочий класс. И в конечном итоге они бы просто без боев вошли бы в Москву. Одни воевали за свою честь, за офицерскую честь, за честь своего имя, вот как-то местечково понимаемого отечества, на уровне вот этой вот усадьбы, может быть, даже, своего детства, своих игрушек. Что, кстати, очень тонко, мне очень понравилось, уловил Никита Сергеевич Михалков в фильме «Утомленный солнцем один» в роли, которую играет Меньшиков, где вот именно образ вот этого местечкового мышления белогвардейского заметил. Он кричит, этот НКВДшник, этот чекист той еще эпохи, который приехал арестовывать вот этого комдива Котова, он говорит: «Вы отняли у меня все», и перечисляет семью, друзей, домик, но отнюдь не веру, он не говорит не Россию, вот в том именно правильном понимании. Вот это я попытался передать в образе белогвардейского офицера, как сына, ну, вероятно, старшего сына, который стоит рядом с мамой по стойке смирно. И даже его поза, она тоже в какой-то степени отражает и боль все-таки, и муку. Он, в нем нет такого хамского какого-то настроя, но одновременно, самое главное, он тоже отдален и от матери, и от иконы. А вот Красный – это окончательно запутавшийся. Он предельно опустился на дно каких-то химер. Он всматривается вдаль. И с болью, и с безразличием, и с какой-то самоуверенностью, бравадой. Он уже в расстегнутой шинели, ноги стоят у него на шире, чем на ширине плеч, этот бант красный. Его ждет его денщик, покуривая внизу. И вот этот самый старый слуга, он с пирожками. Он на первой части, левой, с письмом, он, не понимая, читает они для него как дети, он их вырастил, вынесил, чаще так и бывало. А теперь он не может их отпустить, не понимая, опять же, ничего, но вот это Христово непонимание, да, вот это оно, глубинная мудрость, их не покормив, он с пирожками пришел. И вот это и есть как бы, он на третьем плане, его едва, но те, кто замечают, улавливают этот главный нерв этой картины. В глубине стоят крестьяне, стадо, куда оно качнется, и стало известно по истории, и за кем оно пошло, и что с ним стало позже. И третья часть триптиха – это уже вернулся по сигарете, по папиросе, вернее, понятно, из центральной части, то есть первой части главной триптиха, он курит, красноармеец, да? Также это же самое. Персонаж курит, покуривает уже по-зоновски как-то, по-фронтовому, в кулак, держит цигарку, вернулся, пройдя и гражданскую войну, и лагерь, и дисциплинарный батальон, то есть опять почти тюрьму. Повидав все, разочаровавшись во всем, возвращается вот этот уже не в прошлом блестящий русский офицер, аристократ, присягавший вере, царю и отечеству, позже красноармеец, затем зэк, а вращается просто белый лист бумаги в какой-то степени. Он разочаровался, и он берет новый старт в своей жизни. Как я это пытаюсь отобразить? Вот его взгляд на этом триптихе, он впервые обращает внимание не на разрушенную усадьбу, разбитые скульптуры, надписи на стенах. Это же его усадьба. Он пришел туда, а он увидел свою игрушку. Своего игрушечного коня, на которого он не обращал внимания никогда. И вот эти распускающиеся кусты, которые проросли сквозь эти руины России, этой империи, они свидетельствуют о том,
что у него оживает душа. Появились прорывы в этом тяжелом весеннем все-таки небе, прорывы синего цвета, вот эти вот как окошки. Это говорит о том, что прорыв есть. И этот прорыв мною найден в этом зале. Прежде всего, прорыв исторический произошел, это возвращение русского народа к вере. Причем, с моей точки зрения, вот этот великий ренессанс, предуготованный нашим пророком, преподобным Серафимом, Иоанном Кронштадтским, духовный ренессанс, вот он, собственно говоря, нами и переживался в 90-е годы, и отчасти продолжается еще сейчас. Это уход после войны всеми нами любимого отца Кирилла Павлова в Троице-Сергиевую Лавру. Это судьба Иоанна Крестьянкина, отца Николая Залецкого. А за ними, за этими отцами, последовала и вся наша Россия, русский народ, тот, который себя еще как-то чувствовал, бабушки прежде всего, а дальше уже и внучки. И сейчас мы имеем наполненную монастырями опять Россию. Мы еще ищем выход исторический из того тупика, в который мы вошли. Мы еще мечемся. Внутренние распри, как среди монахов, так и среди мирян, не прекращаются. Поиск-то идет, и он естественен. Но вот самое главное, основное сделано. Русский человек после того, как рухнула империя, вот этот вот дом, вот эта усадьба рухнула, он не опустил руки, он не уныло склонился и выю свою могучую склонил под ярмо бессмысленных ценностей, которые нам навязываются столетиями, столетиями. А он нашел опять свой путь. И опять он его нашел в лучшей части своей, естественно, не весь, а в лучшей своей части. В служении Христу. Удивительно, но практически я не встречал ни одной кельи на Афоне, где бы не было иконы царственных мучеников. Это говорит очень о многом, включая греческих и сербских монахов. Понимание процессов исторических там обострено больше даже, чем тут. Это действительно гора. И поэтому именно вот в этом зале я посвящаю окончание как бы выставки, как бы вот этот вот весь круг, да, он замыкается темой Афона. И последняя часть этой вообще всей выставки, это 9 мая, картина однофигурная, относительно других небольшая, это о судьбе ныне еще живущего на Афоне, в монастыре Крумнице, ветерана войны, монаха, он лежит, это его судьба, он лежит на койке, молится, он с схеме. Таким образом, вот от этой картины мы перебрасываем мостик-то к нам. И вот чем эта выставка отличается от моих предыдущих? Все-таки вот этот мостик, он отсутствовал. К нам, вот в наш 20-й, недавний, 21 век, мостика от Калки, от Поля Куликова, от событий 17-го года не было. Не было. И людям было очень трудно все равно. Они понимали, они как-то по-своему чувствовали. Но пройти вот как вот в эти эпохи им было трудно. А я не мог себя заставить сделать что-то сверх того, что я чувствую. Поэтому-то эта выставка, она для меня вот лично, она вот особенно ценна. Потому что вот этот мостик, он появился. 9 мая появилась. Победа, Пасха. Ведь я, как и все мы в курсе вот этих некоторых рейтингов, один из любимейших праздников у нашего народа. Я думаю, это не связано с тем, что мы победили именно фашистскую Германию. Является 9 мая.
произошла какая-то вот победа. 9 мая наш народ что-то в себе одолел. Может быть, он уже народом стал другим, в национальном смысле. Может быть, это совсем другое уже. Но это вот все равно, может быть, даже лучшее, чем то, что было при государе. В духовном смысле. Потому что мы прошли такие этапы и такие испытания, и такое так обожжены, как ни один народ в мире. И никто уже такое не пройдет. Потому что, в общем-то, свиток истории, он свернут. Уже видно по всему, что основные события, вот такие поступательные, исторические, они закончены. Какое-то апокалипсическое настроение присутствует во всем мире. Никто, ни один народ этого пути уже не пройдет. А вот наш прошел. И вот эта мудрость от опыта исходящая, вот эта мудрость, она только у нашего народа. И я уверен, что вот я бы хотел, во-первых, чтобы вот эта выставка, она послужила прежде всего не дискуссиям, плохо или хорошо написано, не обсуждению того, верно ли это досконально с исторической точки зрения. Я бы хотел, чтобы эта выставка была как бы в копилке тех накоплений нашего народа для того, чтобы он самоопределился, кто он и по какому пути ему вот сейчас на последнем этапе развития не России, а мира, мировой истории вот пошел, да? Это очень важно. Достигаю я этого, Бог знает, но хочу. И поэтому приглашаю на выставку всех.